Бэтмен, ты меня слышишь? Ты уже нашел логово Крока? Я рядом с логовом Крока. Сообщу тебе, когда будут новости. Оракул, я отправляюсь в логово Крока. Нужно собрать споры, о которых говорила Плющ. Он в старой канализации. Вышли мне схему. Здесь настоящий лабиринт. В базе нет этих данных. Брюс, ты уверен? По-моему, это самоубийство. У меня нет выбора. Я настроил сканеры на поиск спор, необходимых для противоядия. Я их найду. А как же Крок? Крок просто животное. Любого зверя можно поймать, если есть капкан и подходящая наживка. Я справлюсь. Сообщу тебе, когда закончу. Сейчас неподходящее время. Плавучие платформы обеспечат поддержку, но Крок узнает, где я нахожусь по волнам на воде. Нужно двигаться как можно медленнее. В спорах недостаточно противоядия. Нужно найти еще.
Спору мне достаточно. Нужно вернуться в пещеру и сделать противоядие. О, понимаю. Ты установил там гидроакустический маяк. Умно. Оракул, я убираюсь отсюда. А как же Крок? С ним проблем не будет.
твоей могилой. Я найду тебя!